Всем привет! Сегодняшний день начинается необычно. Заехал я в магазин, взял, как их называется, эклеры или что-то в этом роде. Может быть, я посмотрел неправильно состав, но вот что у нас вышло. Показываю. Вот они, эклеры. Открываю. Достаю. Вот. Эклер как эклер. И кто он там называется? Откусываю. Смотрим. Смотрим. Он пуст. Это не может быть такого. Ни в одном нету крема. Вот и все. День. Утро уже не задалось. Но я попробую исправить настроение. Еду брать с кремом. Чашечку подвинь ему и скажи, что он вон чай пьет. Я вон чай. Фен потихонечку заканчивается. Надо сейчас купить. Вот приехали. Сейчас будем скидывать. И попробуем подзабить нашу калину. Сколько туда залезет тюков. Так, потом мы поедем еще в одно место. Посмотрим коз. Потому что у меня загорелась мысль купить себе нубийских коз или обычных. Сейчас мы съездим, просто посмотрим к человеку, который занимается, и с ним посоветуемся, проконсультируемся, что как, и, возможно, возьмем. Так, погнали. Так, погрузился у нас туда 6 штук. Точнее, еще не погрузилось. Так. Так. 6 у нас не влезает. Тише! Дима, если бы тебя не было, мы 7 загрузили. Блин, не загружается. Ладно. Сейчас без камеры попробуем. Я сейчас телефон зарезу. Сейчас рыжему звонит. Он зачем нужен? Так, все, мы приехали уже на месте. Сейчас посмотрим у него коз. И будем подкрашивать машину. Потому что спустя какое-то время на ней стали появляться жучки. Вот. И надо немножко точкануть. Вот. Ну, подточкую. И поедем назад домой. Приедем, наверное, поздно. Точнее, приеду. Потому что надо, чтобы она поставила в гараже, немножко подсохла, хотя бы немножко. Вот. По сути, ее надо оставлять минимум на сутки, но нам завтра идти на работу, так что нам надо ехать сегодня. Неважно во сколько. Вот. Ну и первоначально посмотрим коз. Давай, ну-ка. Чё заглох? Ну, за ролик.
Я понял, у меня вилку стучал у него. Он да так. Ну ладно, что, давай, оставляй. Погоди ты. На реставрацию. Без пластика. Бывший мой мопед нашел. Который был у меня 2 года назад. А так мы убиваем цилиндр. Короче, дело к ночи. Ни хрена у нас сегодня не получилось посмотреть у товарища Кос. Так как он сказал, что приедет поздно, мы пока с машиной там занимались. В итоге он не приехал, сослался на то, что у него есть какие-то дела. Блин, хреново, что когда договариваешься с человеком, он не выполняет свои обещания. Вот. Договорились через 2 дня все-таки. Днем съездить и посмотреть. Потому что сейчас очень много появились объявления о продаже коз. Очень много. Вот. И странно, нубийские. Но это, скорее всего, не чистокровные. Стали продавать очень дешево. Хотя нормальная нубийская коза стоит, ну, спермакот, ну, около 30 тысяч. Вот. Ну, я в этом деле не специалист. Вот. И пока я просто... Мы ездили пока за сеном, пока туда-сюда. В итоге приехали поздно. Наверное, тот человек тоже обидел, что мы поздно приехали. Хотя дорога была не близкая. Вот. Так что я приехал. Уже за окнами темно. И наше видео не до видео не получится. У нас, наверное, сегодня такое масштабное. Вот, пожалуйста, темнота. Вот. Ну, вот такие дела. Вот.